короче, не поверите. Погрузили, значит, машину. Я вот взял монитор свой старый, древний. И вот у нас, видите, сейчас подсыхает. Мопед уложил. Короче, бензинчиком залило. А в чем проблема? Вот он, этот бензогенератор Madden СССР. Шланги прохудились. Не то чтобы шланги, а походу вот видно, что здесь подтек, видите. И вот эта фигня, почти полный бак был, выбежала все нафиг. Сдернули, получается, шланчик и уже не бежит. Ну, короче, вот так вот повезло. Но все равно сейчас до утра подсохнет. Пол мешка картошки залили бензином. С маслом обидно, конечно. Но пока не заводился, он не бежал. То есть мы его заточили, погрузили в пикап. И эта падла, короче, побежала. Я так подозреваю, вот эту резиновую прокладку разъел наш бензин. Раньше другой был, 76-й, например. Так что всякое бывает. Вот такие вот пирожки. Для истории запишу просто. Ничего, как-нибудь, надеюсь, доедет. Но уже бензина нет. Сейчас до утра вот это все подсохнет, пятно. Вон тряпки салон вытирали. А вон, видите, тоже в картон впитался. Ну и здесь вот картон весь, видите, масляное пятно. Вот так вот. Ну ничего. Вот обидно, конечно, вот что надпись вот здесь вот стирается. Ну, на... Да, в прошлом ролике все было. Вот там моделька. В общем, вот такие дела.